дорогие наши учителя, директор нашего Алтайского высшего колледжа медицинского, поздравляю по всему марту. Желаю вам всего самого наилучшего. Дорогие наши и прекрасные Анастасия Васильевна, Дарья Александровна, Ирина Николаевна, поздравляю вас с наступающим 8 марта. Пусть в этот день исполнятся все ваши мечты, все пожелания воплотятся. Желаю быть самыми любимыми и дорогими, единственными и неповторимыми. Пусть семьи ваши будут крепкими, солнце греющее самым теплым, а улыбки самыми искренними. Мира вам, добра, удачи, счастья и безмерного здоровья. Спасибо, девчонки. Теперь идем поздравлять. Дорогие и уважаемые наши преподаватели Анастасия Васильевна, Ирина Николаевна и Дарья Александровна, от всей души хочу поздравить вас с праздником 8 марта. Пусть в душе весна резвится, пусть растают все снега, пусть весь мир у ног ложится, милый дарит жемчуга. С 8 марта поздравляю и с открытой душой счастья, радости желаю и любви большой-большой. Ой, спасибо вам огромное, девчонки. Вам удачи во всем и везде, и всегда. Чтобы были всегда такие красивые. А еще поздравляю. Ой, спасибо большое. Спасибо большое, девчонки. Молодцы. Как настроение? Замечательно. Праздником! Желаем вам крепкого здоровья, женского счастья, чтобы вы всегда улыбались, а были такими же красивыми. Нам очень приятно, когда вы счастливы. Самое главное в нашем деле, в вашем деле, чтобы было у нас взаимопонимание, успех у вас в карьере, у нас сначала учеба в карьере, и чтобы мы все были счастливы и здоровы. В общем, с теплым весенним праздником. Спасибо огромное. Наши дорогие и уважаемые преподаватели, поздравляю вас с замечательным весенним праздником, днем 8 марта. Желаю тихих лекций, благодарных студентов, высоких зарплат и семейного благополучия. Пусть день 8 марта принесет вам только позитивные события, хорошее настроение и яркие эмоции. А еще вы у нас самые лучшие и красивые. I love you, baby.